Всем привет! 12-й день макияжа, 12-й макияж, уже осталось 2 макияжа, не верится, что эти 2 недели пролетели вот просто как пуля. И уже там буквально через 9, нет, стоп, сейчас скажу, 9, да, дней, и у нас Новый год, так что да, так что начнем побыстрее уже. Я уже нанесла, как обычно, базу и оформила брови, так что наносим как... Тональник. Все комментарии, которые вы мне писали не только под видео и под этими под постами в Инстаграме, в Директ. Я все это читаю, обязательно учитываю. Спасибо, кто дает скидку, что у меня любительский макияж, и я не профи, и не читают нотации. Потому что когда-то такое было. Спасибо вам большое. Буду учиться. И надеюсь, уже в следующем году макияжи будут более профессиональными. Получше будет, скажем так. Дай бог. Найду работу себе. Почти не осталось. Вы понимали, в обычной жизни я тональниками не сильно пользуюсь. Вот я пользовалась на обзоре, когда его проверяла. И вот сейчас, там, ну, буквально несколько раз, потому что вы могли знать, что я тональник использовала разные на протяжении этих нескольких недель. Да, у меня еще сегодня задача не засрать свитер. Но сейчас будет интересно, потому что сейчас пудра будет, и ее 100% засунку в то. Кстати, сори за вчерашнее видео, которое там в конце получилось вот прям очень нарезками, потому что у меня чуть-чуть телефон качал права. Так что да, у меня оно чуть-чуть сбойнуло там. Теперь наносим, как обычно, базу. Волос или шерсть кота. Вчера увиделась с папой. Долго не могли увидеться. Так что да. Так. Я решила впервые использовать вот такую палетку. Ну как, я ее использую, вот блестки только. А вот так вот впервые использую. Так что да. Вот, блин, черт. Берем маленькое зеркальце. Такие по фану цвет теней. Кума когда-то, ну когда эти тени еще продавались, она себе купила, пробует их дома, потому что, ну, в магазине не было тестеров, а ей цветовая гамма подошла, поэтому она просто их купила без, ну,
тестера, скажем так. Она проверяет вот именно этот цвет, и он говорит, слушай, это цвет, ну, я извиняюсь, говна. Но как по мне, ну, нет. Говно чуть-чуть посветлее. Будете праздновать Новый год? Уже подготовили ли подарки? Потому что я, скорее всего, даже буду снимать видео, что кому я буду дарить. Я еще хотела снять, на самом деле, видео, как я это буду запаковывать, но я подумала, блин, я буду дарить троим людям, и как бы это так запарно. У меня бывает на одну коробку уходит просто ну, полчаса, поэтому... Я, по-моему, когда-то была, я запаковывала, по-моему, подарок маме вот, на день рождения. Так что. Благо, только троим я буду дарить подарки. Не, есть еще персик, но как бы ему не надо запаковывать. Ему купил корм, и все, он доволен. Посередине века я буду носить не блестки, а вот из этой палетки от Глумби, которую ты еще хрен откроешь. Такой какой-то светлый цвет. Блин. Ну за что? По Лебасу... Да, еще, конечно, не написано цвета, как я обещала, но я очень постараюсь это сделать. А сейчас-то? Постараюсь. Дышать. Блёсток надо, хочу добавить. Ну не блёсток, так. Светлого цвета. Мой пальцем туда полезла, хотя у меня есть кисточка для этого. Вот именно. Хрен меня знает. Теперь красим ресницы. У меня сегодня обычная тушь черная. Тушь понравилась, что-то теперь она мне не очень нравится. Как-то она очень сильно накладывает. И завершающий у нас будет блеск на губы. Свой любимый блеск. Старый детский. Господи, почему у меня так косметика долго держится? Некоторые. Макияж готов. Такой легкий довольно-таки. Без всех стразиков, наклеечек, приколов. Вот просто обычный. Даже, может, я, кстати, в таком и буду праздновать. Хотя, не знаю, может, я и губы накрою. Так что, да.
Спасибо за просмотр. Скажи, что произошла у меня смена телефона. Сейчас снимаю на свой Samsung. Поэтому да, я забыла, что я хотела дорисовать еще ресницы стрелки, поэтому дорисовала их уже. Так что вот так вот выглядит полный образ. Так что у меня они скатились. Так что теперь...